Подождите! Подождите! Что это? Лео, почему я? Это ты! Только не делай так, чтобы я был похож на щелкунчика. Подожди, а это можно? Отлично! Ты обгонишь меня? Конечно, ладно! Ах ты! Так, подожди! Так! Ага, Лео, ты немножечко промахнулся! Это все из-за юбки, Лана! Откуда у тебя такие волосы? Откуда у меня такие волосы? Лео, какая красота! Да, ты королева! Обалдеть, это лучше 8 марта, котята! Просто посмотрите! Мяу, привет, коты! Меня зовут Лео! И, наверное, вы спрашиваете меня, Лео, что ты делаешь на канале Ланы? Так вот, я здесь, чтобы поздравить всех девочек с 8 марта. Оставайтесь такими же красивыми и желаю вам классных подарков и других классных классностей. А мальчикам хочу напомнить, чтобы они не забыли поздравить своих мам, бабушек, сестер, подруг, да всех кого угодно. Так вот, те, кто смотрели наше последнее видео, знают, что я проиграл Лане в Epic Mini Games и теперь должен играть с ней в школу фей, принцесс и русалок. И я выполню это обещание сегодня, 8 марта. Но у меня есть кое-какая идея. И вы сейчас узнаете, о чем я. А теперь я побежал, пока Лана не пришла и не заметила. Мяу, всем привет, котята, я кошка Лана. И я поздравляю всех девочек с 8 марта. Мяу, пушистых вам радости и всего классного. А Лео уже должен быть у меня в скайпе. Лео, привет. Да, я здесь, я уже поздравил. А, нет, все, ничего, Лана, все. Начинаем играть, я же обещал, да? А, ну да, конечно, я уже запускаю. Поехали! Подождите! Что это? Лео, почему я? Это ты! Привет, Лана, привет! Привет, ты где? Я здесь, Лана, привет, это я! А ты, это я? Лео, что случилось? Что вообще? Ну, скажем так, я позаимствовал твой аккаунт, Лана. Ага, то есть, когда я играла у тебя, я не вышла? Да, именно так. Так что я теперь пышная, роскошная красотка с розовыми волосами в платье. А я бородатый ты со Стивом. Да. Стив, привет, наконец-то я глажу тебя от первого лица. Да, Стив, познакомься с новым хозяином. А знаешь что, Лео, а когда я говорила о том, что мы с тобой будем играть в школу фей, принцесс и русалок, я не это имела в виду. Я немножечко не так воспринял твои мысли, так что теперь мы играем так, ладно. А, ладно, ну знаешь что, Лео, тогда я тебе переодену, у меня давно уже лапки чешутся. Ребят, Лео дал мне свободу над своим аккаунтом, поэтому сейчас мы его переоденем. Только бороду хоть оставишь? А, не знаю, как получится. Хорошо. Лео, это ты влез мне в экран? Конечно, ладно, посмотри, какая у меня красивая корона. А, и ушко, это здорово, только я не вижу, ты специально что ли так? Отлично. Я знаю, что тебе не очень нравится эта идея, но ты сам это начал. Ребята, я уже жду, что же Лана на меня наденет. Возможно, вот такие волосы, ух ты! Я их вижу, Лана, я их вижу уже в режиме реального времени. А, Лео, я выбрала тебе волосы. Я вижу, Лана, я вижу, всегда мечтала такой прическе, так что ты... Надеюсь, тебе нравится. Ты идешь правильным путем. А, и может они будут, вот не знаю, синие... Черный. Кстати, черный очень подходит твоей бороде и короне. Ух ты! Да, пока что мы оставим их так. А, одежда, конечно же, одежда. Подожди, я же выбрала одежду для мальчиков. Что это такое? Так, я мальчик. Одежда. А, Лео, эта игра думает, что это одежда для мальчиков. О нет! И вот это одежда для мальчиков. Ну ладно, я обещаю, я сейчас выберу тебе какую-нибудь красивую одежду. Так. Только не делай так, чтобы я был похож на щелкунчика. Подожди, а это можно? Да, Лео, неплохо. А ты не хочешь меня переодеть? Сразу что играешь за меня, у тебя есть эксклюзивная возможность, можно так сказать. Хорошо. Ну все, я жду, сейчас будет весело, мне кажется. Ну что, ребят, переодеваем Лану. Надеюсь, здесь есть борды. Нет, я не это имела в виду. Ну мы посмотрим. Ой, Лео, у тебя такой пиджак есть. Красота просто. А Лео, абсолютно не вижу тут штанов для костюма. Может, вот эти? Ладно, подожди. Это выглядит очень странно. Это похоже на то, что я нацепила себе какие-то чулки. А Лео, тут все штаны странные. Либо они будут у тебя полосатые какие-то, либо порванные. Ну, порванные, это неплохо, мне нравится. С пиджаком. Да, конечно, ладно, я бунтарь. Что бы еще такого выбрать? Только не юбку, ладно. Да не, я думаю, у тебя мне бриллиантов не хватит. Сейчас проверим, кстати. Так. Да, 2000, а у тебя всего лишь 1000. Может, крылья тебе новые купить, что ли?
Как ты на это смотришь? Разрешишь? Не знаю, ладно, мне нравятся и мои крылья, но если ты хочешь, сегодня твой день, твой праздник, можешь купить любые крылья. Смотри, какие красивые, Лео, ты разрешаешь потратить мне 550 бриллиантов? Конечно, ладно, трать хоть и сколько мне там, 1000? А, 1172. Они все твои. Отлично, я могу пойти вот эти крылья, они супер классные. Да! Ты ух смотри! Ты! Подожди, они что, из-за льда сделаны? Да! Ледяные крылья? А, Лео, теперь ты выглядишь как настоящий принц. Немного лысенький, но ничего страшного, ничего. Это стильная постапокалиптическая прическа, Лана. Да, мне нравится. А я, возможно, бы сменила тебе лицо еще, но я не уверена. О нет, мое прекрасное лицо. Так, макияж. А, нет, Лео, вряд ли тебе понравятся те лица, которые здесь. Ты вообще уверена, что у принца должен быть макияж? А вот именно, так что никакого макияжа. Мы делаем из тебя прекрасного принца. Так, корона. У тебя ничего нет? Ну ладно, ты будешь такой принц в черном. Ну что, Лео, я готова, а ты? Я тоже, Лана. Отлично. Ух ты, Лео, это ты меня так переодел? Да, смотри, неплохо, да? Неплохо, мне нравится, симпатичненько. Как тебе вот эти банты? А, пучки? Пучки, банты, их называют как угодно, Лана. А, ну, мне нравится. Ну что, Лео, побежали тогда учиться? Ну, не то чтобы я очень люблю учиться, но ради тебя, Лана. Да, и учить хорошо, потому что ты учишься за меня сегодня. Хорошо, хорошо. Побежали. Бежим. Лео, а мы, по-моему, успели в школу только на последний урок, на урок физкультуры. Ага, это неплохо, мне нравится. Мне нравится, Лана. Да, и уже за что-то получили двойку. Да. Что это было? Это, не знаю, но мы не пришли на урок, Лана. Мы не пришли. Нам засчитали прогул. Да, что-то не везет нам с тобой, когда мы играем. Но я думаю, что хоть на физкультуре должно повезти. Отлично, Лана, отлично, я постараюсь максимально хорошо учиться на физкультуре. Как у тебя, кстати, вообще с физкультурой? Ты... А вообще, я получаю 5. Я вообще тут отличница. Ты видел, у меня уже, по-моему, 12 уровень. Да? Да, ну, а у тебя первый. Конечно, Лана, я не играю в школу феи, принцессы, русалок. Лана, я мальчик. Ну посмотри, какой ты красавец. Да, теперь я красавец, благодаря тебе. Я рада. Лео, физкультура началась. Полетели! Полетели? Ну да, мы сейчас будем бежать все эти препятствия. Ты был когда-нибудь на уроке физкультуры в этой школе? По-моему, был. Да? Ну да. Тогда ты знаешь, что делать. Ладно, я лечу просто сейчас. А, да. Это нормально? Это значит, игра еще не началась. Подожди. А, я вижу, что там свалился. Аккуратнее, аккуратнее своей юбкой, не помни ее. Так, все, мы начинаем, ладно, мы начинаем. Да, я вижу тебя. И побежали! Отлично! Смотри, смотри, я первая за тебя! Да? Ух ты, Лео! А нет, эта девочка обгоняет меня! Обгоняет! Мяу! Ладно, а у меня я первый бегу! Ты первый бежишь? Да! Ну, значит, ты молодец! А, ты уже поворачиваешь? Да! Да, я... А, нет, это не ты, это другая девочка! Я перепутала крылья! Почему скорость так замедлилась? А, как всегда на повороте! Да. Так, аккуратненько, аккуратненько! Я у тебя за спиной, Лана, у тебя на хвосте! А, так у тебя нет хвоста, это у меня есть хвост! У всех хвост. У всех хвост. А, я вижу твою юбку. Вижу юбку. А! Йо, как ты мешаешь мне этой юбкой. Я пытаюсь, Лана, я пытаюсь максимально... Вообще, почему ты не надеваешь спортивный костюм? Я обычно надеваю, это ты не переоделся. Можно, ладно, я пытался перепрыгнуть препятствие. Эта юбка не мешает плавать. Да, эта юбка всем мешает. Она очень красивая, но в ней абсолютно невозможно заниматься физкультурой. Так, бежим. Отлично. Ты обгоняешь меня? Конечно, Лана. Ах ты! Так, подожди. Так, ага, Лео, ты немножечко промахнулся. Это все из-за юбки, Лана. Так, хорошо, вроде мы успеем, и нужно обязательно ударить в колокол. Не? Да. Так, я, ага, я тебя здесь жду. Как ударить в колокол? А, нажать? Я ударил. Да? Да, отлично. Вроде как ударил. Ударил? Нет, не ударил. Ударить еще раз? Не знаю, я бью по нему, а он не ударяет. Не, все нормально. Ага, отлично. Да. Это такой странный колокол. Ладно, можешь сесть рядом со мной? Да, я просто девочка заняла место. Отлично. Хорошо, выглядим. Хорошо, Лана. То есть это последний урок? А, да, и теперь нам нужно подготовиться к балу. Но ты, как я вижу, уже полностью готов. Я полностью готов, Лана. Но единственное, что мне не нравится в твоем образе, это то, что в нем слишком много розового. А, ну да, да, я согласна. Так что, возможно, у меня есть для тебя небольшой сюрприз. Да? Да. О, это интересно. Узнаешь на балу. Да, ну хорошо. Лео, бал уже начался, беги скорей! Я бегу, Лана. Да, а я буду играть в Лимбо. Где Лимбо? Я заблудилась. Лана, так. Лана, обернись. А, да? Я здесь. Подожди, подожди, откуда у тебя такие волосы? Откуда у меня такие волосы? Лео, какая красота! Лана, это твой подарок на 8 марта. Правда? Да, с праздником. Ой, спасибо, спасибо.
Да, я дарю их тебе. Ух ты, здорово! Лео, ну теперь я хочу поиграть за себя. Хорошо, тогда я предлагаю обменяться аккаунтами, и я поиграю за себя красавца темного принца, да? Лорда, не знаю кто. Ну хорошо, ой, спасибо, Лео, здорово. Лео, ну давай обменяемся после конца бала, а то мы не попадем на него. То есть ты хочешь, чтобы я в образе красивой принцессы с такими волосами выиграл бал? Да, я надеюсь. Ух ты, ну давайте попробуем. Давайте. Итак, а сейчас мы играем в лимбо, а потому что за него дают кучу бриллиантов. Ладно, тут есть где-нибудь еда, я хочу поесть. А, да, конечно, можем пойти поесть. Так, возьмем немножко пунша, может взять пунш? А, да. Отлично, так, возьмем ледяной бластер, не знаю. А я возьму красный пунш. Так, а мне еще один предлагают? Нет, одного достаточно. А вот здесь как раз таки и еда. Лео, а у меня не могу взять еду для тебя. Не могу. Нужно, наверное, пунша оставить, а еду взять. Возможно. О, или да. Я слежу за фигурой. Ты точно не следишь за фигурой, потому что ты набрал уже всего, чего только можно. Я буду отрываться, Лео. Раз и я, когда я фея, я слежу за фигурой, и то, когда я ты, я могу не следить. Шоколадный кусочек. Печенька, Лана, печенька. Печенька. Так, а вот этот вот маршмеллоу тоже съем. Какая вкуснота. Что у нас здесь такое-то, что сыр? Кто принес сыр на праздник? А нет, нет, это пирог на палочке. Да-да-да, это фондю. Ага, или это все-таки сыр? На вкус как сыр, ладно. Лео, извини, но у тебя вся борода в шоколаде. Она скрыта листьями. Листья скрывает весь шоколад. Ну ладно, это здорово. Итак, Лео, голосование за короля. Выберу я тебя королем в образе кошки Ланы. Да? Так, да. А, я выберу тебя. Да? Да? Неплохо, неплохо. Звучит, как будто мы подыгрываем друг другу. А королева я выберу вот этого парня. А почему бы и нет? Так, ну что, меня поблагодарили за то, что я проголосовала. А теперь мы ждем результатов. А тот парень, за которого я проголосовала, выиграл и стал королевой? Да. Стрина, я тебя поздравляю, хоть я тебя и не знаю. Так, где он? Вот он, королева бала. Кстати, он уступил место? Нет, да? нет, по-моему, вернулся обратно. Ну ладно, это странно, но неплохо. По-моему, он счастлив. Да? Да, парень, поздравляю тебя, у тебя классные крылья. Да, но у тебя, Лео, крылья получше. Конечно. Самой такие хочется теперь. Ну что, Лео, кстати, я на лимбо уже заработала тебе почти все, что потратила на твоих крыльях. Да? Да, так что я верну тебе твой аккаунт практически нетронутым, если ты соберешься еще играть, я в школу феи принцессы русалки. Хорошо. А сейчас давай меняться, я очень хочу испробовать новые волосы. Да, Лео, спасибо тебе, я такая красивая теперь. Да, а я купаюсь в фонтане, потому что здесь алмазы лежат. Да? Да. Ух ты, это здорово. Но мне сейчас не до алмазов, я хочу какие-нибудь новые прически. Так, ну вернее, новые цвета волос. Так, сейчас, какие у меня есть? Ого, так много, смотри, оранжевый, цвет ангела. А, какие-то странные цвета, цвет вампира. Подожди, у меня почему-то прическа сменилась. Не-не-не-не-не, я хочу ту прическу. Или хотя бы вот такую. Люблю ее, кстати. Так, мята. Обалдеть, Лео, тут столько цветов открыто! Ну, развлекайся! Здорово! Мне нравится! Даже радужный есть! Ух ты! Немножечко странно, но мне нравится! Кажется, ребята, я занял Лану на целый день, а возможно и на неделю. Возможно! Я обалдеть, Лео, обалдеть! Они все так классно светятся! Ух ты! Вот бы мне сюда, правда, еще и новые крылья! Подожди, Лео, откуда у меня столько бриллиантов? Ладно, я не просто поиграл несколько минуток, я играл всю ночь, чтобы насобирать тебе бриллианты, так что они все твои, можешь тратить их на что хочешь. Обалдеть, Лео, спасибо! Столько подарков я даже не ожидала, Лео, мне очень приятно. Давай тогда, я выберу сейчас, прямо сейчас, новые прекрасные крылья. Так, у меня даже есть одна идея, я думала, что они очень дорогие, мне на них не хватит, но теперь, наверное, мне хватит, так. Вот они стоят 6000 всего, Лео, я же куплю их прямо сейчас, смотри. Итак, есть. Они искрятся, Лео, посмотри, они искрятся. Ты здесь вообще? Да, я здесь, ладно. Ты онемел? Я не знаю, что тебе сказать. Я радуюсь твоей радости, ладно. Здорово, котята, это чудесный подарок. У меня еще даже остались бриллианты, еще можно что-то другое купить. Ну, здорово. Так, Лео,
конечно, мне нравится этот вид, но мне кажется, с этими крыльями мне нужно немножечко переодеться. Я? Да. То есть тебе не нравится тот образ, который тебе создал? Нравится, но крылья-то розовые, слишком много розового. Так, надену-ка я вот это платье, оно мне очень понравилось в прошлый раз. И юбку какого цвета посоветуешь? Не знаю, может быть, какого-нибудь красного? Красного? Да, или тот, который подходит к твоим волосам. Возможно, возможно. Кстати, довольно неплохо, но странно, может быть, голубую? Да ладно, да? Да, смотри, какая красота! Ты похожа на главную героиню «Холодного сердца», Лана. На Эльзу? Да. Ух ты, здорово! Мне нравится, ну что, Лео, а теперь пойдем учиться. Еще учиться? Ну да, ты же обещал играть целый день. Хорошо, хорошо. Полетели! Полетели. Лео, мы снова попали на бал. Не везет тебе на уроки, хочу сказать. Или наоборот везет. Или наоборот везет. Ну, полетели. Полетели. Так, а сквозь бассейн, ну ладно, неважно, неважно. Я хочу показать всем на балу свой новый образ. А, вылетела я как-то не туда. Я заблудилась. Я отчасти просто потерялась уже. А бал только начался или он уже давно идет? А, полтора часа. Полтора часа? Ну да, сейчас 9 вечера, а он начался в 8. То есть мы как джентльмены? И леди. И леди. Да. Пришли к середине. Ну да. Мы даже, возможно, еще успеем проголосовать, потанцевать и поиграть в лимбо. Ну, здорово будет. Вечеринка в самом разгаре, Лана. Да. Так, я здесь, наконец-то. Долго же я летела. Ланочка, стой, стой, подожди, это тебе. Еще подарок? Да. Обалдеть, спасибо большое. Я не знаю, как тебе его передать, но знаешь, что я купила для тебя. Спасибо, спасибо, Лео. Здорово. У меня теперь целая куча подарков. Да? Нравится тебе такой 8 марта? Конечно, я даже не ожидала, что оно будет таким классным. Так, голосование, голосование за короля. Естественно, за короля я проголосую за тебя. Да, а я проголосую за какую-то Джованна, не знаю, какая-то итальянская девочка. Да, тут есть девочка с ушками, за которую я проголосую, как за королеву. Да? А я проголосовала за королеву, угадай, за кого? А за... Не знаю. Ну, не за себя, ладно. Хорошо, я пойду искупаюсь в пунш, пока не выбирают. Ну, хорошо. Лео, кстати, никогда у меня еще не было, а 2 балла в один день игры. Да? Да, это настоящий праздник. Может быть, у нас короткий день и уроки отменили в честь 8 марта? Возможно. Возможно. Да, так что тебе повезло играть со мной именно в этот день. Лана! Да! Да! Я королева! Да, ты королева, Лана. Это лучше 8 марта, котята, просто посмотрите. Можно я посижу с тобой и с этим ниндзя рядом? А, да, конечно. А где ты? Я купаюсь все еще в пунше. Вылезай быстрее, я королева, а ты пропускаешь. Я пытаюсь туда залететь, но у меня не получается. Вот так, ты, я здесь, вот я здесь. Так, отлично, ребят, я с вами, я типа ваш, не знаю, кто там, подданный. Ладно, подожди, меня выкинули с бала. Кажется, меня выбросили секьюрити. Тебя выбросили с бала? Да, секьюрити пришли и сказали, что вы здесь делаете, мистер Левинер. А я говорю, ну как, я же принц. Лана, я поговорил с охранниками, меня пустили обратно. Я говорю, ребят, все отлично, мне можно, я друг королевы. Да, ты правда друг королевы, и мы тут сидим, как король и королева. И Стив еще, не забудь про Стива. Стив! Ну что, Лео, это было здорово. Спасибо тебе за замечательный праздник. Это потрясающий 8 марта. Мяу. Я очень рад, что я смог сделать так, чтобы это был отличный праздник. Да, это просто шикарно. В общем, котята, ставьте лайки, кому тоже понравился подарок Лео. А подписывайтесь на мой канал, на канал Лео. Он заслуживает этого. Он просто молодец. Мяу. И Стив мне помогал, Лань. И Стив вообще умничка. Ребята, не забывайте про нашу группу. Всех девочек еще раз с 8 марта. Да, девочки, вас 8 марта. И увидимся в следующих видео. Пока! Пока!